Так, вышли в прямой эфир. Это что-то народ подключается или нет, непонятно. Напишите, ребят, кто-нибудь, окей, если слышно, видно, потому что я не понимаю. Что-то счетчик мертвый стоит. Ага, вот зашевелился. Все, значит, я так понимаю, мы в эфире. Всем привет. Амрус Андреев, так отвезенат ель, отспривит, ими сегодня потеря патрику Георги Гонца. Так. Так, 443 человека онлайн, 450. Ребят, делайте, пожалуйста, перепосты, потому что телеканалов у нас нет, чтобы соревноваться с плохишом по охвату медиа. Значит, во-первых, спасибо тем, кто в прямом эфире, спасибо вам за то, что вы наблюдаете, комментируете. Знаю, что большинство из тех, кто сейчас находится онлайн, вам не безразлично то, что происходит в стране. Собственно говоря, поэтому я знаю, что вы готовы выходить на протесты. Спасибо тем, кто протестовали. И спасибо тем, кто готов бороться дальше за освобождение Молдовы от режима Плохотнюка. Значит, ожидаем реакция. Реакция державу АВМ, где чего нет, главной прокуратура антикоррупции, со аутосисизат. До пощекретка верил, мораль от раз пила, GBC пила, Нобелор. При мессаже спуск, а мы вода сама ситуация, комсов ЛБС. Дичам примить, читать его вчала. Значит, главной прокуратура антикоррупции соаутосисизат, шасунт инвитат ладата дедоу зашчинч юли доумешайшпе лаора ноу зеру зеру. Ла прокуратура антикоррупции. Привин декларатели Карел Фост Ерь ла ла импатру лагуанца. Хочу сказать следующее, что я пойду, конечно, в прокуратуру в 9 утра в понедельник. Значит, я говорил много раз, что да, есть нормальные люди во всех силовых ведомствах, но что им разрешат, я не верю в то, что привлекут плохиша, потому что сам себя арестовывать он не может. Значит, и как он любит говорить, значит, единственный, кто может меня сегодня в Молдавии задержать или арестовать, или возбудить уголовное дело, это только я. Но это он сам про себя говорит. Вот, значит, но пора заканчивать с этим беспределом. Значит, скажу, что я буду бороться до конца. Значит, сегодня рекомендую вам посмотреть 19:40 на НТВ Молдова. Значит, прямой эфир в 19:40. У нас будет программа «Главный вопрос». Значит, где я обсужу с вами то, что
не успел вчера обсудить с Гонцы, есть и такие моменты. Мы обсудим все эти атаки, вы видите там Плохиш ТВ, все его эти порноканалы, раз 15 минут репортаж, преступник из Молдовы, задержанный в Таиланде. Вчера писали, что активист нашей партии, они пишут уже, что мой друг. Значит, про человека, которого я не видел никогда. Ну ладно, значит, про реальные действия против власти я вижу вопросы. Про 1,5 миллиона. Да, мне многие написали, что как бы программа была на государственном языке, ее многие не все поняли, поэтому все сегодня будет на русском языке в прямом эфире. Значит, я уверен, что чем с моей аудио колку плаха. Вопросы тут приходят. Значит, все Саудии. Тресни кларификамку плахаку. Есть плохиша Молдова. Носа птемским бани мек. А сейчас персонаж требует изолат. Дин спать политик, дин спать публик, дин республика Молдова. Шно я суфачим. Значит, держись мы с тобой. Спасибо, ребят, за поддержку. Я вижу очень много комментариев. Вы, наверное, их тоже видите. Зачитывать я не буду. Но главное, пожалуйста, делаем перепосты насчет вечерней программы. И после этого, если что, еще выйдем в эфире, где я уже смогу онлайн отвечать на ваши вопросы. Потому что вижу очень много вопросов. Жаль, конечно, что... То есть часть этих вопросов я буду обсуждать с вами вечером. Так. Чайку городок. Ребят, значит, все. Давайте до вечера в прямом эфире на НТВ Молдова, 19:40. И после этого мы обсудим. Значит, хотят прокуратуру, будет прокуратура. Вижу, тут пишут, жалко, что ты не взял 1,5 миллиона. Ну да, каждый район Молдавии сегодня браздали по 40 тысяч долларов бедным. Из денег, украденных банка Диэкономии. Было бы, конечно, круто, согласен. Но была маленькая осечка. Вот. Окей, давайте тогда до вечера в прямом эфире на НТВ. И после этого завтра мы с вами еще в прямом эфире здесь в Фейсбуке пообщаемся. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы рядом. И мы идем вперед. Потому что пока... Есть сотни тысяч людей, которые поддерживают то, что я делаю. Пока вы ждете перемен, я обязан бороться. А как уже сложится дальше, знаете, есть Всевышний, я человек верующий. Сила в правде. Ну, если надо, для плохиша будет сила в танке. Поэтому давайте, привет, до вечера. Спасибо.